Добрый день, ребята, я рада вас видеть. Откройте, пожалуйста, свои рабочие тетрадки и запишите дату сегодняшнего урока. Тема урока – пунктуация, повторение. Давайте вспомним, что такое пунктуация и что изучается в пунктуации. Пунктуация – это система знаков препинания в языке, сами правила их постановки в письменной речи, а также раздел грамматики, изучающий эти правила. Знаки препинания помогают пишущему точно и ясно выразить мысли и чувства в предложении, в тексте, а читающему понять их. Паустовский рассказывает, как однажды знакомый писатель принес в редакцию рассказ, который был труден для восприятия, но интересен по теме. Корректор взял рукопись и поклялся, что исправит ее, не выбросив и не приписав ни одного слова. На следующее утро, вспоминает Паустовский, я прочел рассказ и онемел. Это была прозрачная, литая проза. Все стало выпуклым, ясным. От прежней скомканности и словесного разброда не осталось и тени. При этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного слова. «Это чудо», — сказал я. «Как вы это сделали?» «Да, просто», — расставил правильно все знаки препинания. «Особенно тщательно я расставил точки и абзацы. Это великая вещь». То есть этот рассказ, ребята, нам помогает понять, для чего же нужны знаки препинания нам в повседневной жизни. А теперь я предлагаю вам небольшой терминологический диктант. Прочитайте, пожалуйста, задания и ответьте на них. А теперь проверьте, правильно ли вы ответили на данные вопросы. Если вы не допустили ни одной ошибки, вы большие молодцы. Кто допустил ошибки, вам необходимо повторить все изученные правила ранее. Продолжаем работу. По ходу объяснения записывайте, пожалуйста, материал в рабочую тетрадь. Пунктуация изучает. Что же изучает пунктуация? Пожалуйста, ответьте на вопрос, и с каким разделом связана пунктуация. Правильно, пунктуация изучает знаки препинания. Какие знаки препинания мы с вами знаем? Это знаки выделения, знаки завершения и знаки разделения. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Знаки завершения. Это точка, вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие. Ставится в конце предложения. И вам задание. Перед вами текст. Прочитайте внимательно текст. Разделите текст на предложение и поставьте знаки завершения. Текст необходимо списать себе в тетрадь.
знаки выделения. Для чего нам нужны знаки выделения? Чтобы выделить прямую речь, чтобы выделить обращение, да, или какие-то обособленные слова. Это тире, это восклицательный знак, это знак препинания, запятая и скобочка, да, в которой мы можем писать для предложения, для уточнения, пояснения или какую-то информацию. Вот вам задание. Исправьте ошибки в предложениях. Доставьте недостающие знаки препинания. Или наоборот, если они лишние, то уберите. Проверим. В первом предложении нам нужно поставить запятую. Женя, положи книжку на верхнюю полку. В данном случае слово «Женя» – это обращение. А мы знаем, что обращения на письме всегда выделяются запятыми. Во втором предложении «Поразительная картина» нужно поставить восклицательный знак. Выражает эмоционально окрашенное предложение. «Воскликнул еж». Тренер попросил, двоеточие, открываются кавычки, с большой буквы «Ребята, играйте в команде». И слово «ребята» – это обращение, то есть тоже будет выделяться запятыми. То есть здесь нужно перестроить предложение с прямой речью, так как у вас есть автор и сама прямая речь. И точно так же четвертое предложение – это предложение с прямой речью. «Ты будешь тренироваться?» – спросили игроки. То есть в данном предложении пропущены кавычки, знаки выделения в начале и в конце прямой речи. Нужно поставить кавычки. Знаки разделения. Знаки разделения могут стоять после однородных членов предложения и внутри сложных предложений. Это запятая, точка, запятой и тире. Объясните постановку знаков препинания. В первом предложении это сложное предложение. Это сложное сочиненное предложение, потому что два простых соединены между собой сочинительным союзом «и». Второе предложение – это сложно подчиненное предложение. У нас есть главное предложение и придаточное предложение. От главного к придаточному мы задаем вопрос. Показателем придаточной части является подчинительный союз, в данном случае «когда». И третья схема – это схема сложного бессоюзного предложения. Между собой два предложения связаны интонационно. И во втором столбике у нас показаны схемы предложения с осложненными однородными членами предложения. В первом случае однородные члены предложения соединены одиночным союзом «и», запятая не ставится, да? Во втором предложении противопоставительный союз «а», и в третьем предложении у нас перечисление, то есть ставится всегда запятая. То есть знаки разделения нам необходимы для постановки их в предложениях, простых предложениях, осложненных однородными членами предложения, и знаки препинания, постановка внутри сложных предложений, сложно сочиненных, сложно подчиненных и бессоюзных. И также вы дальше узнаете, что у нас есть предложения с разными видами связи, когда в одном предложении есть и бессоюзное, и союзная связь. А теперь, ребята, откройте, пожалуйста, учебник на странице 146 и ответьте, пожалуйста, на вопросы, которые вам даны в начале параграфа 101, и выполните упражнение номер 609. Вам нужно списать текст,
Но прежде чем вы должны его списать, вы должны прочитать текст, разделить на три абзаца и расставить пропущенные знаки препинания, а также в тексте слова с пропущенными буквами. Вы должны ставить пропущенные буквы и обозначить изученные орфограммы. Желаю удачи в выполнении данного упражнения. Я надеюсь, что вы все справились с упражнением 609. Откройте, пожалуйста, дневнички и запишите домашнее задание. Вам необходимо повторить правила, которые вы изучали на протяжении всего 6 класса. Это параграф 1, 101. И выполнить упражнение номер 610. Вам необходимо написать сочинение на одну из предложенных тем. Напоминаю, что выполненную домашнюю работу вы должны отправить на проверку своим педагогам на электронную почту. Благодарю за внимание. До свидания.